Жители Норвегии сыграли в прямом эфире шахматную партию с чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Один из самых молодых гроссмейстеров бросил вызов сразу всей стране в лице загадочного человека в красном. Каждый ход соперника норвежцы выбирали зрительским голосованием. По словам Карлсена, поначалу игра была достаточно проста, но потом все больше и больше усложнялась. Ко всеобщему удовлетворению партия завершилась в ничью. А загадочной фигурой в красном оказался норвежский олимпийский чемпион по лыжным гонкам Одвар Бро. Никогда не знаешь, за какой ход зрители проголосуют. Шахматы становятся все популярнее в Норвегии, и все больше людей в них разбираются. Так что ход они выбирают сами, а не просто следуют подсказке специалистов. Это интересная задумка. За каждый ход можно голосовать всей страной.